Подобная картина для Саратова не редкость и ни для кого не секрет, что сети крайне изношены. Саратовский водоканал обслуживает более 2000 километров коммуникаций. Половину из них предприятие взяло на баланс в последние годы. За этими трубами не следили десятилетиями. Бывает такое, что приезжаем работать, устраняем утечку, начинаем закапывать котлован, а в 3 метрах заново начинает выбивать вода. О передаче труб на баланс городу говорили на заседании комиссии по градостроительству и ЖКХ при обсуждении программы комплексного развития коммунальных систем. Новый глава водоканала отчитался: с нынешними хозяевами водоводов ведутся переговоры, но сначала они должны привести коммуникации в порядок, иначе водоканал их просто не возьмет, если только город не выделит эту самую малость – 450 миллионов рублей. А кто будет тогда делать, ремонтировать эти сети? Вы будете нам что-то сказки рассказывать о том, что, значит, они у кого-то на другом балансе стоят, а будут заливать что ли весь поселок или улицу? Вы что нам здесь рассказываете сказки, Александр Григорьевич? А проще простого сказать, дай 450 миллионов. Где их взять-то, я не пойму, где 450 миллионов? Депутаты согласились, что интересы жителей должны стоять на первом месте. Александр Буренин пообещал, специалисты предприятия как выезжали на устранение аварии, так и будут выезжать, даже если это не сети водоканала. Досталось и еще одному новому руководителю муниципального предприятия Вишнякову. Он принял спецОТХ меньше месяца назад и пытается навести в нем порядок. Депутаты посчитали, что пора директору рассказать о том, что происходит в МУПе. Вы расскажите, как у вас была поставлена работа, как возили из заводского района мусор в Орский район, гоняли машину туда-сюда. Вы что молчите, сидите? На машинах не было оборудовано ни метелками, ни лопатами. Значит, сейчас полностью за это отвечают дежурные механики. Они дежурят сутками на КПП. Разобраться с хозяйством Вишняков обещает к середине октября, но предприятию не хватает современной техники. Устарели, считает директор, и нормы накопления мусора. В ближайшее время руководитель спецОТХ обещал представить обоснованный план развития. Динара Дусалиева, Олег Буланов. Новости. Телеобъектив.